Привет, друзья! Вот новое видео Укуну на Inmar FX26D. Трактор большой, Кун большой, ковш тоже большой. Ширина трактора 1,50 м по колесам. Колеса большие, как вы видите. То есть трактор размер, ну, примерно 30 с лишним лошадей. Ребята привезли нам его из Томска опять. Томские ребята приезжают уже второй раз, как и другие. То есть нравится им, заказывают у нас. Кун этот самосъемный. Есть лапки, как всегда. Вон они стоят, покажи лапки. Вон они лапки. То есть сюда мы ставим, он сам сходит. Вот этот палец выдергиваем, и он сходит. Кун очень прочный. Подойди, пожалуйста, я покажу. Ребята, этот кун усиленный, весь сделан из десятки. Полностью десятка. Ну, стрела также у нас она пространственная, пятерка. Идет сварная, гидроцилиндры у нас хорошие стоят. В общем, сам кун по себе очень прочный. Ребята попросили его сделать поближе к бамперу, чтобы он был ближе. Вот такого плана. Также мы добавили сюда крюча. Вот. Человек попросил, теперь они у нас будут входить. Это не будет опцией, это будет просто везде теперь будем их ставить, потому что людям это интересно. Что мы еще сделали? Самое что интересно, этот кун здесь вот не будет видно, но этот кун полностью на подшипниках. Здесь у нас стоит по два подшипника 205, там и на ковше. То есть смазывать пальцы без тавотниц, смазывать ничего не надо. Подшипники недорогие в замене. Менять их, я думаю, долго не придется. Они закрытого типа. Ковш вот такой. Ковш вот такой. Это 1,5-метровый ковш. У нас ширина его такая. Входит сюда. Ну, достаточно грунта можно зацепить. Гравия так, что трактор не подымет. Придется брать противовес. Также у нас здесь распределитель БРС-ки. Ковш у нас самосходный. БРС-ки отцепляем, соединяем их вместе. И получается, что у нас установка сама сходит, трактор уезжает. Я уже это показывал, показывать не буду. Еще одно нововведение у нас, смотрите. Мы сделали так, что у нас теперь шланги прячутся в стреле. Мы сделали такую нишу в стреле. Да, здесь у нас уложены аккуратно шланги. Если сюда какая-то там металл или что-то упадет, шланг не перерубится. Ну, то есть это очень удобно. Давайте я запущу трактор, покажу вам высоту подъема. Высота достойна. Вот это транспортное положение. Кун именно такой людям нравится. Кун хотят вот такого вида заказа. Сейчас я заведу, покажу, какую высоту он поднимает.
Трактор достаточно мощный. Снег уже спрессованный, там машины ездят. Но я считаю, что установка хорошая. Такой расцветки у меня не было. Ребята еще не видели. Надеюсь, им понравится. Мне работать таким куном удобно. Если что, вы знаете, мой телефон. Звоните, заказывайте. Обращайтесь. Всем пока.